Здравствуйте, гости дорогие. Видишь, как действуют настоящие проигроки. Это я, конечно, загнул, но ладно. Он сидит в стенку, долбится, блин. Додолбился. Шатуре дикий, ты посмотри только на повтор. Прицеливаться. Ты чё несёшь? Какой прицеливаться? Я для чего дробовик взял? Взлетай давай и стань где-нибудь в углу. Чё, даже капкана нет? Опачки! А чё у нас тут? Пи***ь у нас тут? Серьезно, я хочу израильский спецназ. Я хочу, чтобы там была такая хуйня, то что тот, кто. Если ты убиваешь того, кто уничтожил твоего дрона, ты получаешь расплату плюс 70 очков. 10 секунд. Это еврейская месть. Не, это плата по счетам. В конце концов, я мог в конце месяца списать этого дрона и продать где-нибудь. Классно. Приебал, а получил столько, как будто победил. Ну за что? Вот что доп. События животворящие делают. Мне интересно, чего я такого пропустил за эти пару дней, что Ubisoft так успели накосячить, что доп. События какой-то дали. Какой же косяк я у них пропустил. Подожди, я этих пидоров в Химках видал. Мы только что с ними играли. Угу. Зряными членами сидят они нам. Пидор! Пидор детектор! Вот он реально, вот пидор, вот я ему в лучших традициях For Honor'а хотел втащить. По печени, блин, втащить камбухой. Нет, блядь, не дали. Вот ты For Honor так же. Стоишь ты один на один, по-честному. Приходит какой-то узбек, блядь, или какой-то там узкоглазый, и все портит. Вот там, ну, та же самая вот хуйня. Там обычно противник приходит, ну ладно. Все Ubisoft'ы одинаковые, короче. Один я Д'Артаньян. Вот и думай, персонаж или шматьё на капкану. И да, шматьё на капкану, кстати, стоит не столько же, а дороже. Целых 32 косика. Вот оно рабство. Шмотки можно купить дороже, чем человека. Всем, блядь, лежать-то бояться, блядь, работает ФСБ, блядь. Эта игра играется ровно до одного момента, когда, блядь, не выходит рассерженный ФСБшник, блядь. Без разницы, Глаз это или Фьюз, или, блядь, Лорд Тачанкин, блядь, с капканом.
срутся, блядь, все. Вам ебать или сами съебетесь? Ладно, я думаю, въебать. Зовите Сайгу, блядь. Через прогиб? Фаткну, блядь. Эли, я не Максим Басуда. К обороне, не дайте врагу пройти. Вот прям в моменталку французов забрали. Ну и нахуй. Ладно, ее буду пикать. Да вы ебывались, блядь. Играйте 4 в 5, блядь. Потому что я, блядь, с ДМРками в этой игре, я пиздец просто. Хуже зрелищ нету. Нету зрелищ печальнее на свете, чем Максимка с ДМРкой. Найдите заряды. Скажи за... О, храбрый муж Максимилиан. Чё ты думал, меня Гомер отпустил? А от хер. Разведка. О! Тебя походу делал, как долго ещё будет 4, да? Перечитал. Я, между прочим, ещё даже не дочитал. И это ещё Илиада. Про Одиссея я вообще молчу. Поражение. Группа погибла. Такой этот прям реально по-британски. Вы будете стреляться, сэр. А, извините, мисс. Стреляемся, сэр. Твой робот обнаружил заряд. Я даже не заехал никуда. Дайте покедом, сука. Как говорили, не надо стесняться. Минус сок. Так, у них этот... Пизда, как ее зовут? До начала 10 секунд. Алабай. Вот достал. Один враг еще жив. Блять. Блять. А, я ж не тот, блядь, сука. Пробуй, чувак, реально говорит. Чувак, ты должен попробовать узбека с щитом с ПМом. Это что-то. Особенно на дефьюзе, когда за собой можно поставить, короче, это. За собой взрывчатку можно поставить. Вызываю огонь на себя. Мы умрем вместе. Опять какое-то говно. Еще и на Блэкбирд, блядь. Знаешь, что меня радует во всем этом? Его становится все меньше и меньше. И вероятность того, что тебе выпадут деньги, они это говно увеличиваются. Кинчик, либо деньги. Либо опять говно. Это говно периодически все же появляется. Я и не знал, что в этой игре столько говна, пока не появились пакетики. Узбек с щитом. Ну ты попробуем. Видишь, один уже обосрался. For fuck's sake, Fuse! Oops. Stay there. Там не заходит.
Нет. Сука, меня оглушило. Вот. Ты, блядь, молодец. Второй раз я ебнул инк этим кластером зарядом. Совпадений не думал. Я тут вспомнил, между инк и фьюзом есть этот вражда. Бэк, бэк. Знаешь, в чем заключается вражда? То, что инк считает фьюза слишком жестоким. Да, то, что этот бомбатирует среди гражданских. Да хуй, она не гражданская, извините. Вот это, блядь, сильно. Так фьюз у тебя въебло, так выражение, блядь. Ясно, спасибо, блядь. Ясно, понятно. Окей. Я так понимаю, мы с тобой должны вытащить эту команду из говна. Я окончательно похоронить в говне. Как повезло. И еще щит на физик на тебя плохо влияет, чувак. Два кластера, два кила, это, блядь. Это, блядь, чувак, это что-то не то, блядь. Не туда. Объект, выходи! Ох, это же карта цветов мира. Спасибо, блядь. В смысле, это противник уебал? Ты, блядь, аж улетел, слушай. Там какой-то гений под новым, под прозвищем Слэдж, блядь, ёбнул, блядь, стенку. Из-за этого меня ёбнули, блядь. Тимплей, блядь. У нас решающий раунд, а ты решил, блядь, пикнуть блица. Так, может, надо сделать что-то, чтобы тебя не спаункили или, блядь. Определите, где химконтейнер. Например, не выходить под спаункил. Место нахождения объекта установлено. Действительно. У меня как лоу приоритет. Туда, короче, всех этих, всех ливеров, читеров и прочую хуйню сгоняют, короче. Те, кто ливнул, короче, должны с такими же, как они, отыграть, короче. Вот здесь, короче, кто хуёво играет, отправляется на базу Харрифорд на переобучку, блядь. Хуёво играешь, короче, играешь 20 каток на базе Харрифорд. Потом восстанавливаешься, опять хуёво играешь, опять сидишь на базе Харрифорд, блядь. Сразу там будет сидеть капитан Прайс, мы ещё сделаем из тебя оперативника, дебил ёбаный. А еще если, короче, ультра комбо, короче, только за новобранцев, блядь, играть. Там будет что-то типа, ты, конечно, дебил, но куда ж мы тебя денем, блядь? Ты дебил, но мы еще сделаем из тебя оперативника. Есть опять такие 10 таких идиотов. Че мне делать? Че это за карта? Почему я в здании? Я хочу наступать. Выходит из здания и идет навстречу. Ребята, а у меня друг в той команде, можно я с ним поиграю? Это будет такая хуйня, то что даже казуал отдыхает. Блять, заебали, блядь. Хули вам всем надо, блядь, отменять? Дискотека, блядь, отменяет. Дискотека переехала, блядь. Чё за... Дискотека переехала, блядь. Battlevine, блядь, водка есть. Всё говно. Включите телек, блядь.
таблеточки какие. Тут ведь наркоманы все. Ребят, Wi-Fi. Где? Где подключиться? Да, прихожу с Wi-Fi. Погоди, я что-то скачу. Я поймал, я скачиваю. Мне все просто завидуете, потому что я лежу, нихуя не делаю, вам приходится бегать. Генератор помех активен. Опачки, чит. У тебя будет красивый вид, когда ты вылезешь из камеры. К обороне. Враг не должен обнаружить хим-контейнер. А, кого пикнул? Что запустил? Так, мы... Блядь, где? Мы вниз, мы в подвале, походу. Блядь. А, кстати, это лагам, вот как хули пиздели, нормально, не темное, так. Вход прокрутили свет. Блять. Блять. 10 секунд. По-моему, давило. 5 секунд. Тут самоаппарат. Это знаешь, это короче его рабочее место того, кто на Виде живет. Это самогонный аппарат. Ты защищаешь точку, а не самогонный аппарат, так что... Ну тут тоже бухло на точке есть, так что нормально. Тут виски есть. Ну я и говорю, самогонный аппарат стоит. Виски тот же самый самогон. Алло, Галя, тут пиздец, я никого найти не могу. Блять, съебись нахуй, я, блядь, хочу посидеть, блядь, в телефоне поиграть, нахуй. Что ты, блядь, на меня смотришь? Я в телефон, блядь, все, уйди, женщина. Генератор помех активен. И шо, мы тут все братской могилы решили устроить. Ну да. Я поднастроил термиту. Термит бой. Нет, термит, нет. Термит плохой. Термит плохой, нет. Вражеский дрон готов. Да. Хули ты на меня дроном, блядь, кидаешься? Двое. Блядь, он пытался меня подловить. Четыре человека смотрят на камеру. Вот оно, видишь? 6 пятюнь, это больше, чем 7 кило. Ну, блять, я, конечно, охуел там. Был момент, когда 4 человека просто на мои 2 камеры смотрели, блять. Передаю привет своим друзьям из Воронежа. Да будет рандом. Ёбаный рот. Вот это рандом. Короче, рандом. Блять. Спасибо. Время ухуительного рандома. Блять, у тебя тоже другая игра? Да. Ну иди, блядь! О, блядь! Блядь, блядь! Ой, блядь, блядь! Иди нахуй! Это так и не очень больше. Если я умру, отомсти за меня. Он уже съебался.
Блять, он наверху вот. Задание выполнено. Противник устранен. Лель, блять. Такой капкан, пошел нахуй. Рука мертвеца. Вот возьму Маврика, будет у нас пройти. А пока будет хуйни на стенке. Да, будете в хуи проходить по гаражам. Будет тактика хуй. Как будем влетать в гараж? Хуем. Какая у вас тактика входа в гараж? Хуёвая. Это как через хуй входит. Защищайте химконтейнер. Там еще был. Противник близко. Спасибо, прикрыл. Противник устранен. Ну ты ретарды. Видишь, там кучка такая у них. Блять, бандит, конечно, в борзую улетел. Походу что-то принял для смелости. Улетел, блять. Охуенно улетел. Красиво хотел, только, блядь, непродуктивно. Нормально. Огонь! И второму этажу тоже там танец. Так, я второй фигач. Комплименты я и рассчитывал. Ты говорила про рабочий стресс. А ты, блин, не верил. Чё, я не верил? Стресса работает. Я не говорю, что это сработает. Видишь, один даже испугался. Убежал. Сказал ему вас нахуй. Вот ты сам представь, ты сидишь. Так. У тебя весь раунд тягач. Будьте начеку. Говорится, у кого больше дака, то ты прав. Узбек в здании. На заложнике. Фу, уйди, нахуй. Слушай, а давно у нас в ДПС такие машины ездят? Нахренеть, я не видел в своем Мухосранске. Это, наверное... У вас в Мухосранске нет ДПС? 5 звездочек, наверное, не получали еще никто. Другого понял, смешно. Не дайте врагу установить захвата.
Разобрался. Молодец, блядь. Добегался, блядь. Вся жопа в репейне. Ох, блядь. Где он сердится, блядь? Блядь, ёбаные газовые камеры, блядь. Блядь, сука. А где он, наверху, блядь? Снизу был. Блядь, вот. Стой нахуй. Я верю в себя. Стой нахуй, враг не пройдет. И бей их конем, блядь. Да-да-да, блядь. И бей их конём. В смысле, кто, где, когда? А, это у нас нервный день. А, первый клиент, блядь. Сука. Второй клиент. Противник обнаружил взрывчатку. ВТФ, ВТФ, блядь, он, сука, тащит, блядь. Третий. Сука, дебилы, блядь. Коллеги дебилов, блядь, походу там. Бил нахуй. Блядь. Сука. Тачанка, блядь, мёртв. Тачанка, блядь, мёртв. Мамонт, мамонт, блядь, не мёртв. Он, блядь. Лох, блядь, не вымер. Он, блядь, не мамонт. Лох, блядь, до сих пор, сука. Дебилы, сука. Вот в натуре, вот. Rainbow Six — лучшее доказательство народных пословиц. Вот лох, блядь, в натуре не мама. Не умрет, блядь. Четыре, сука, дебила, блядь, пошли повериться с тачанкой, блядь, писюном. Мне, блядь, там, наверное, умирали и думали, блядь, ну ему не повезло, он дебил, но я-то, наверное, затащу, блядь, эту тачанку. A few moments later. Талантливый дебил, блядь. Хули я за, блядь. Талантливый дебил, блядь. Сука, умный, IQ 50, блядь, тысяч нахуй. Вывод. А тупой человек сделал 2 кило. Очень умный человек взорвался на собственном же детонаторе. Что мы можем сделать? Вывод. Что, по его мнению, умный человек — это тот, который бьет палкой об кока-колу, пытаясь ее открыть. Для него это очень развитый человек. Это прям, знаешь, человек-зажигалка, это прям для него божество. Бля, у них Twitch.
На беляши ее отправим. Тихо. Перезаряжай. Здесь это Зофия. Блядь. Ой, блядь, гений, сука. Ой, блядь, дебилы, сука. Чё, кто там дебилы? Чё я пропустил? Ой, блядь, я ору, сука. Они троём того, как меня, блядь, были, сука. Затаившийся лысяк. В натуре вот так вот пару карточек сыграешь, и в цирк ходить не надо.